Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Находимся мы с вами в Виндзоре, буквально в 5 минутах ходьбы от моего дома. И я очень рад, что вот такая новая точечка для меня, точка, где я могу и хорошо отдохнуть, и поиграть в гольф. Посмотрим, становиться ли мне членом этого клуба или просто иногда заходить своими друзьями сюда в гости. Есть место очень хорошее для рыбалочки, я уже заметил достаточно большого карпа там. Вот, угря как раз не видел, но я точно знаю, что в Риксби, в этом крике, есть угорь. Вот, замечательное поле для гольфа. Я думаю, что хороший будет променад, хорошая будет прогулочка. Вот. Это Windsor Social Golf Club. Это хороший клуб для гольфа. Находится он между станцией Windsor и станцией Кларендон. Но я не думаю, что есть вход от станции Кларендон. Станция Кларендон интересна тем, что очень много наших ребят-украинцев сюда приехало и осталось, работая на этой станции на Коном. Ну, не знаю, назвать завод, не завод, но, короче говоря, люди, связанные с лошадьми, здесь работали и получали вид на жительство, в основном украинцы. И я думаю, что это было бы интересно для всех ребят, которые сюда приезжают иногда на отдых, потому что исторический Виндзор – это место, где, ну, была первая мельница, насколько я знаю, по-моему, вообще в Австралии. Мололось зерно, которое производилось здесь или приезжало из Великобритании, с Англии. Здесь первые, по-моему, были первое производство железа было в Австралии. И Виндзор вообще интересный исторический центр, который буквально создавался через десяток лет после того, как вообще первые поселенцы здесь появились в Австралии, белые. Вот, поэтому добро пожаловать в Виндзор, добро пожаловать в Виндзор Social, или скажем так, Виндзор Country Golf Club. И хотел бы, чтобы больше наших ребят с Украины, с России, с Казахстана приезжали на Виндзор. Поверьте мне, здесь очень и очень хорошо. Здесь не рай, но что-то очень близкое к раю. Спасибо.